их хозяева порубили деревья, а огромные прекрасные деревья. Вы помните, когда мы жили в Союзе? Мы сажали деревья. Теперь деревья рубят. Для того, чтобы облегчать уничтожение людей, проникновение волнового оружия и всех прочих видов оружия внутрь домов. Деревья прекрасно закрывали мою квартиру, мои окна. Вот этих гадов. Теперь все. Защиты нет. Истязают дико просто. Жгут вообще мучительно, очень больно. Вот так они проводят свое время. Вот так собираются такими группами и начинают сжечь человека. Смотрим внимательно. Внимательно. Вот он сюда лезет. Он сюда лезет. Вы видели? А что говорят? Вы видели? Он сюда еще и лезет. Вот так вот. Какие вопросы? Видали? Между прочим, это третий этаж. Да. До 10 вечера люди могут, не нарушая общественный порядок, делать, что хотят. Поняли? В том числе облучать волновым оружием всех, кого они захотят. Вот так вот. Сейчас я узнаю, что хотят. Что хотите. Ну, извините, пожалуйста. Все. У меня больше сил нет. А что вы хотите? Я отключаю. А что вы хотите? Ну, что вы хотите? Я хочу, чтобы вы в жопу пошли. В жопу пошли? Да. Ты свой рот закрой, мразь, эти чистоги. Это ты, мразь. Говно собачье. Видали? Слышали? Да, ты видел. Хорошо, что я ничего не выключила. Сказали, что вы меня послали. Да, ты пошел в жопу. Вы сказали промолчать. Ты пошел в жопу. Спускайтесь, поговорим, вызывайте сотрудников. Это недоказуемо. То, что они делают, это недоказуемо. Поэтому они среди бела дня истязают и убивают людей. Просто среди бела дня. Вот такие мрази. Все, больше не могу, выключаю.